я начну с басни Ивана Андреевича Крылова «Зеркало и обезьяна». Подождите, что еще есть? Стихотворение, Борис Пастернак. А что еще? Из стихов есть что-то еще? Леонид Дьяконов «Жила-была царевна». Вот, давайте. Леонид Дьяконов «Жила-была царевна». Жила-была царевна, царевна-королевна, красивая-красивая, ленивая-ленивая. 114 служанок к ней вбегают с позаранок, поднимают, умывают, одевают, обувают, а потом попросят сесть и бегом приносят есть. А она откроет рот, с блюда крошечку возьмет, морщится да корщится. Не успела я поспать и опять жевать, глотать. Спасибо. Поем. А вы танцуете, танцами не занимались? Я занималась 5 лет танцами. На дискотеки ходите, да? К сожалению, я не люблю дискотеки, или к счастью. Я люблю танцевать для себя дома или ставлю танцы в нашем классе, когда конкурсы проходят. Я ставлю для нас всех танцы. Ух ты. А вы, как это называется, не староста класса? У нас нет старости, у нас каждый по-своему выделяется, каждый за что-то отвечает, кто-то за дежурство, кто-то за что-то еще. Хорошо учитесь? У меня 3 тройки. По каким предметам? Ой, 2 тройки, что ли? 2 тройки, по каким предметам? По химии и по математике. По химии и по математике. У меня по химии тоже всегда была 3. Хотя химичка была классным руководителем. Ладно. Спеть? Да, пожалуйста. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент в ожидании чудес невозможных. А давайте в лесу родилась елочка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Хорошо, спасибо.